Спасибо большое. Если Жоао Жилберто стал эталоном голоса и гитарного исполнения, то будет еще эталон. Это тоже Жилберто, который уже остался. Дело в том, что в тот момент, когда была написана еще одна суперизвестная в мире композиция под названием «Девушка из Ипанемы», которая вообще, в принципе, является эмблемой, наверное, эмблемой этого стиля, да, во всем мире. Они изначально написали ее на португальском, но потом делали адаптацию на английском языке, чтобы можно было выпустить ее в Соединенных Штатах. И им потребовалась девушка, которая могла бы спеть эту песню. Но из близких людей хорошо на английском говорила только жена Жоао Жилберто. И несмотря на то, что до этого она, собственно, не бывает лучше. Вроде бы даже не помышляла о музыкальной карьере, но вот по его величеству случай. Ее пригласили на запись, она записала эту песню, и через небольшое время ее голос запомнили во всем мире. Мы исполним девушку из Ипанемы, а чуть дальше расскажем, чем замечательна именно эта композиция и чем вдохновлялись ее сочинители. Мы же не будем там прям до ночи сидеть. Давай сходим. Еда там спускается, все, так. Цель меня посмотрит. Небесной проходит она. Столь грациозно, пленительно и несравненно, что каждый готов угодить в этот плен, но она неизменно проходит одна. И словно громом на месте вновь поражен на повал я. Красотой в каждом жесте, что в мечтах лишь своих рисовал я. О, почему мы не вместе? О, почему я несчастный не там рядом с нею, когда океанского солнца яснее над миром, как фея. Восходит она, восходит. Вдоль по тропинке над морем и стройный гибок идет он, танцуя сквозь блики улыбок под нежные вздохи печальных ундин. Двигаясь, словно бы в ритме самбы, я с ним прошлась.